Очередная 13-я серия сериала «Анна Детектив» под названием «Прекрасная цыганка». В ней вы узнаете о том, как праздник в поместье богатого помещика Филимонова неожиданно оборачивается трагедией. Во время фейерверка в присутствии множества гостей застрелена молодая жена управляющего, цыганка Надежда. Хозяин просит Анну задержаться в поместье, чтобы раскрыть преступление. Прибывший в дом Филимоновых для расследования, Штольман обнаруживает, что Анна гостит там в компании Клюева.